Всем привет! Рад вас снова приветствовать себя на канале. У нас очередные выходные. Обещают в ближайшие несколько дней очень хорошую погоду. Мы снова собираемся выехать на лед. Смотрим, что нас ждет сегодня. В планах у нас сегодня, как всегда, поймать много рыбы. Посмотрим, что нас ожидает сегодня. Сейчас мы едем собрать народ. Нас сегодня будет снова 3 человека, но едем мы на одной машине. Еще не решились, куда мы точно поедем. У нас есть 2 варианта. Оба где-то в часе езды от дома. Вперед! Сейчас мы заехали за Сергеем, ждем, чтобы он вышел. Вот идет Сережа, складывает свои вещи. Привет! Достану все, что надо. Ты уже снимаешь? Снимаю. Рыбку всем не привет. Забыл? Рыбку уже положил уже в это положил. Самое. Холодильник? Да, холодильник. Где у тебя? В гараже? Да. Стулья. Да? Стулья в гараже тоже, нет? Все в гараже. Все в гараже. Сережин гараж. Сейчас соберет стулья и свое снаряжение для рыбалки. Едем забирать Леню.
там выехали. Сейчас так как-нибудь солнце не светило. Выехали на лед. Сейчас будем буриться и ловить рыбу. Покажу вам, что в округе происходит. Люди сидят, ловят рыбку. Там видели уже, кто-то вытаскивал рыбку. Вот Сережа. Хорошая погода сегодня. Да, замечательная, похоже. Тент не будем ставить. Да, не надо. Палатка нам не нужна. Ветра нету. Плюс один, да? Сколько? Не знаю. Что пишут? Сейчас посмотрим. Очень хорошо. Замечательно. Вперед. Поплавничек. Это еще маленький. Да. Да. Ветер. Нет, здесь рыбка очень большая. Маленькая идите рыбка. Ты хочешь посмотреть, как рыба выглядит? Смотри, как вниз, это я. А вот на дне, видишь, меняется зеленый, желтый, зеленый, ага. Желтый. И она приподнимается. Вот это рыба. А где ты еще раз? Вот я. Повыше, а вот это зеленая, да. Выше, который вверх вниз. Ага. А вот это на дне на самом. Вот это? Да, вот на самом дне. Ага. Это рыба. Хорошо. Сейчас она где-то отходит. В момент, когда пропадает вот эта зеленая, да, рыба. О, вот ты прям к ней подошел. Ну да. Ну, опять. Она немножко тут. Может быть в стороне, да? Да, она конусом идет. То есть вот сейчас там рыба ушла. Сейчас нет. Нет, почему вот же красный нет, еще? А, красный, это дно. Только зеленая тоже. Ну, может быть там хвост какой-то замечает. О. Нет, это я сейчас опустился. Ага. Когда вот так вот, это рыба. Ага. Вот сейчас рыба. Ну, то есть я поднялся, там все еще зеленое. И, да, и... А почему только здесь, если было посередине? Если было посередине, значит рыба выше. Ага. Приподнят. Понял. Хорошая 6 часов косой. Не, именно это 450, здесь модель понятно, дешевле за 300. Можно со вторых рук, может, дешевле, да? Со вторых рук. Да. Мы пробурились на нашей лунке. Сидим, ждем. Рыба, как всегда, ушла на дальний кордон. Но мы не сдаемся. Да. И сейчас рыба вернет, и мы ее достанем. 100%. Ну, что ездовые собаки брать, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты, это прибор. А ездовые почтальоны вам встречались? Ничего, ничего. У нас зимой дороги такие, погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Сам видел.
да. До сих пор. Вот, вот она. Тянешь? Тяну. Вот, все. Один на один пошел. Нечего. Да? Блин. И, не знаю, Саш, отпусти. Рамки. Щука атаковала его, видимо, когда-то. Свеженькая такая. Хорош. Хорош, хорош. На сковородке будет. Да. Вкусный. Да. Раздоврел на носовочке. Ну, сейчас поспать, да? А что, хорошо? Пошел, у них рюкзак большая, маленькая. Нет. Тяни. Давай. И. Ну. Что ж такое? Что большое? А ну. Вау. Вот это красавчик. Здоровый такой. Хороший такой окунь. Большой. Хороший окунёк. Второй? Да. Первый. Ну что, рыбалка удалась. Два замечательных окуня. Мы собираемся, сматываемся и едем домой. Грузовик сзади вытащили. Вперед.